На 1000 рублевом купюре это герб Ярославля, так называемый в простонародье Мишка, да? Вот я его вложу. На настоящей купюре, значит, при изменении угла зрения купюры медведь будет переливаться, то есть цвет будет переливаться с серого на фиолетовый. На поддельной купюре, как мы видим, цвет не меняется, как был фиолетовый, так и остается. Небольшой урок на тему, как отличить фальшивку от подлинника, и наша съемочная группа вместе с оперативниками отправляется за покупками. В первом же магазинчике женщина-продавец, не задумываясь, продает нам товар, убирает фальшивую купюру в кассу и выдает сдачу уже настоящими деньгами. Вы отличительные признаки знаете, нет подлинника? Вам кто-нибудь объяснял? Сотрудники полиции, руководство вашего магазина. В настоящее время сотрудниками полиции Министерства внутренних дел Республики Татарстан проводится профилактическое мероприятие под названием «Осторожная фальшивка», значит, с целью обучения лиц, занятых приемом денежных средств от населения, направленное на распознание, значит, поддельных денежных средств, которые они могут получить от сбытчиков. Предъявив удостоверение, сотрудники полиции возвращают купленный товар, забирают фальшивую 1000 и вручают продавщице памятки, как отличить настоящие деньги от ненастоящих и куда нужно звонить. В следующем магазинчике похожая история. Здесь уже висит памятка, но продавщица все-таки не может поверить, что с ней расплатились фальшивкой. Все нормальные. Боже мой. Вот нормальные. Покажите. Дешево, нормально. Посмотрите внимательно. К сожалению, в этот раз ни один из продавцов фальшивую купюру не распознал, несмотря на то, что во многих торговых точках уже были расклеены объявления, предупреждающие о фальшивках. Рейд продлится до 7 декабря. Но это вовсе не означает, что после окончания мероприятий фальшивые купюры исчезнут из оборота. А потому сотрудники полиции еще раз всех предупреждают. Будьте внимательны. В общем, вы никак не хотите признать, что она не настоящая. Ну вот сейчас поняла, что не настоящий. Даст ли проведенный рейд какие-либо результаты, покажет только время.